Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы посмотрим самые жуткие, самые странные видео про хаги-ваги. И в этом видео мы увидим, как беременная киси Мисси умирает. О нет, только не киси Мисси! Нет! Все, кто за 3 секунды поставит лайк и подпишется на мой канал, к вам сегодня ночью не придет жуткий, страшный хаги-ваги. 3, 2, 1, 0. Поставили? Молодцы! Ну а мы начинаем! Ой, они только познакомились, у них первое свидание, все такие скромные, такие все. Короче, все это свиданка, ой-ой-ой, сразу предложение, это прекрасно. Это великолепно, это чудесно. Да, надеваем колечко и радуемся жизни. Несколько моментов спустя, судя по тому, как у них все быстро развивается, уже и свадебка прошла. Киси Мисси уже, наверное, должна быть... Ой, какая прекрасная эта жизнь. И еда, и вкуснота. И... А, все, я же говорила, что она уже беременная. Ой-ой-ой-ой-ой. А что ты грустишь? Садись давай! Опять она убегает, ну все. Бабья доля такова. Две полоски. Тин-тиририн, я беременна. Дай-ка посмотреть. Что? Он не поверил, что ли, ей? Да, он ей не поверил. Дурак! Отключается. Она упала в обморок. Вези ее в больницу скорей. Ой. Так, отправились в больницу. Он кормит ее с ложечки. Она ничего не хочет. О, как странно видеть такого персонажа в роли доктора. И говорит, там у вас фиолетовый какой-то получился. Да. Подтвердили беременность, и этот поверил. Я беременна. Это временно. Отлично, надеюсь, все будет нормально. Так. Это супер реалистичная анимация. Это будет сейчас мощный замес. Вы готовы? У нас 3 минуты. Уже 2:59. Погнали. У всех супер силы, естественно. Это не простые Все зависли. Она ищет. Тебе осталось переступить линию, парень, сделай это. А нет, конечно же, ему захотелось поиграть с судьбой. Давайте поиграем с судьбой. А если эта бабочка села бы на тебя прямо на глаз, блин, черт! Пока. Бам! Бегите, бегите, бегите скорей! Конечно, все для тебя медленные. Ты вообще сзади. Ты мог уже давно пересечь эту линию. Пришлось пострадать. Я говорю, если играете в игру в кальмара, нужно бежать подальше от всех, потому что они все падают, делают какие-то странные умыслы. Тихо. Не шевелимся. Бежим, 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 бежим. Вставай. Вставай, он прилип просто. Как они умудрились остановиться? Это невозможно. 6 секунд, 5 секунд, 4, 3, 2. Увидимся потом когда-нибудь. Да нет, не увидимся уже. Все. Джин Аладдин синий. Опа. Он его забрал куда? Кошмарная подлянка перед самым концом. Кошмарная. Квадрат. О, нет, только не сахарные соты. Они такие, как будто даже у них не сахарные, а похожи на какие-то песчаные или с кунжута вообще. Да, да, да! Я обожаю этот соревновательный момент, потому что невозможно его пройти. И походу сейчас большинство персонажей кокнутся. Минус один, я же говорила. Просто вы понимаете, что это испытание, которое невозможно пройти? Невозможно. Если, допустим, ты на реальной игре в кальмара,
где у тебя сдают нервы, где у тебя просто все плохо, ручки дрожат, над тобой стоит чувак с ружьем, да, ну это невозможно просто. Ну давайте, конечно, самое время подраться, поругаться и еще что-нибудь сделать, но это вообще ерунда. Я говорю, вообще, в любой ситуации, даже не в игре кальмара, если ты хочешь выжить, отойди подальше от всех, слушай только себя, и все нормально будет, потому что люди могут и пути сбить, и какую фигню наговорить, и специально что-то сказать, чтобы разрушить твои планы, так что нужно как-то с собой быть, а не с обществом. Так, она прошла это. Звездочка, прекрасно. Ты дурак. В самый последний момент он все испортил. Эй, привет, у меня есть водичка. Я могу соединить вот это все. Вот так вот я вот делаю. На. Капец, правда, он же может соединить. Попробуй-ка. Оп. Готово. Спасибо. О, тебе повезло. Летучие мыши съели просто, взяли, съели то, что принадлежало ему, то, что было вырезано непосильным трудом. Эй, охрана, вы должны были увидеть, что она ни в чем не виновата. И так, ушки. Фаги-ваги, ты что с ними побежишь? Пока он бежит, он может еще и всех съесть по дороге. Хаги-ваги! Да, пожалуйста, можно я на тебе поеду? Хаги-ваги, ну ты же огромный. Сердце разбилось, попытка не удалась. 3.59. Погнали. Защита у меня есть. Хитро! О, жуть! Он напугался Хаги-ваги, побежал, ну и потерял свою жизнь. Блин, безумный Хаги-Ваги просто. Не надо, говорит. Леди с зеленым песцом, ты прекрасна, я хочу, чтобы ты выжила. Вы видите, у нее астральное тело есть. Ага, которое может застрелить, а ты выживешь. Прикольно. Так. Это плохая идея, пингвиненок. Смотрите, они решили Хаги-Ваги подставить. Вы видите? Приказывает им, что надо делать. Ты еще, когда ты строишь кому-то подлянку, ты обязательно сам в нее попадешь. Это закон природы. Капец, он разозлился. Он сейчас всех их схватит. И перекинул их, просто перекинул. Мне кажется, он их сейчас за черту перекинет. Да! Леди выжила. Хаги-ваги собирает. Он съел. Хаги-ваги вообще не шевелится. А ты бежал. Защита-то помогла ему опять. Она говорит, он съел мою личность. Мне надо срочно его забрать. Она там. Да, она живая, это личность ее вторая, она там у него в животе. 40-39 секунд, что ж ты стоишь-то, синий ты волосатый, беги. Они вообще не хотят, чтобы он выжил. Это лед едет на зубах, давай. 28 секундочек осталось, поздравляем. Ты можешь его перекинуть просто. Зря ты сделал это, парень. Лед-то растаял. Смотри, как они зависли. Ха-ха-ха! Она такая, блин, вроде никто не шевелится. Пукнул. Черт! У Хаги-Ваги нельзя застрелить. В него стреляй, не стреляй, ему без разницы. Смотрите на это одичавшее лицо. Ему ничего не будет. Вообще никогда. Ему просто плевать, ты можешь стрелять. Что у тебя за вопросы? Это Хаги-Ваги. О! Бой! Серьезно? У нее из глаз прям... А что ты плачешь? Не убивайте Хаги-Вагенку! Я не думаю, что у куклы из игры в кальмара есть какие-то чувства вообще. Любовь. Ладно, вы все выжили. Дети отседова, с вами неинтересно играть.
классное видео. Я надеюсь, вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вас очень люблю. Целую. Пока.